Всем привет! Я Тавирис. Я Наргиз. И с вами Кагилис Твинс. Супер начало. Сегодня мы решили для вас снять видео, мы будем пытаться отличить маму от дочки по фотографии. Да. Так что, если вам интересно, то оставайтесь с нами. Первое. Сегодня я хочу сыграть с вами в игру. Ну это мы продлим. Кто? Сегодня. Ну это мы смотрели, да, вот это мы мама, знаем. Да, мама вот, которая... Которая вот... Это фотография. Вот, да. Видите, как вы сейчас... Близняшка и я. Недавно появилась в Твиттер и Инстаграм. Автор одной из девушек, проживающих в США. И капец, сразу, да? Они как три... Троя. Как будто посередине мама. Понять, да, да, да. Мама, а кто близняшки? Вторая. Наверное, вот эта, которая передо мной. Да, стоит. Она все равно выглядит старше. Да. Шведская модель вместе. О, шведская модель. Дочке 19 лет, маме больше 40. Мне кажется, кому-то повезет не только с женой, но и с тещей. О, вот слева. Это, вот это. Слева, да. В красном, которая. Давай, давай. Масака Мизутани. Вот так. Нет, вот это выглядит. Дочь выглядит старше. Не, ну ё-моё, вообще, давайте дальше. Да. Ну вот, слева. Нет, который в синем, справа. Слева. Нет, я думала, тут будет какой-то подвох тоже. 51? Боже. Стоп, нет, тут не надо. Нет, надо время, на время. В вот красном, да, красным. Давай, я знаю, что в красном. Алтея Энис, ей нет, она моложе всех выглядит. Офигеть. Черт, как так можно? Вот и все. Давай следующее видео. В одном... Ау! Я стукнулась. Давай. Всем бы так выглядеть, если стали, да блин. Продлились? Да. Вот все. Вот это. Да. А, тут без такого, да? Слева. Слева. Ой-ой. Которую посередине, да? Посередине которая. Давай, давай. А где написали, кто из них? Вот так. Ну, короче, будем считать, что посередине. Ну, вот это означает слева. Мама слева, да. Блин, они нам не дали подумать. Давай закроем. Вот это справа? А, сестры? Окей. Не знаю. Старший. Чё ты это вообще тупой? Это видео какое-то. Давайте другое. Ты, пожалуйста, будь нормальным видео. Окей. Окей. Ну вот это, мне кажется, мама. Да. Это в синем, которая. Фиолетовым. Тоник. Роб-топ, да. Так, дальше. Ну, а вроде сестры, сестры, да, были. Значит, нам дали ложный формат. Нам лгут, значит. Да, значит, нельзя им верить. Ну, тут ясный пень. Прикинь, сейчас тут галочку поставят. А, нет. О, вот это мама? Нет, мне кажется, справа которая. О, что-то я вообще сегодня не в ударе. Че, сколько еще будет? Который... Подожди, это не Вера прежде? Вот это ее мама, наверное. Я не знаю, если честно. Да. Подожди, это не Вера прежде.
Вот это мама однозначно. Да. Ну, они что-то слишком палевно вот тут сделали. Нет, они нам врут, они нам врут. Мы знаем. Видно же, фига. В общем, это была наша реакция. Примерно вот такая. Да, what the fuck. Надеемся, это видео было немножко таким веселым. Вообще там видео идет. А, да. Вот тут волосы подправь. Ой. Надеемся, вам понравилось наше видео, оно было немножко веселым. И вы сами попытались что-то отгадать. Да, Ну и, в общем, это все. Если вам понравилось это видео, то не забудь поставить палец вверх, подписаться на наш канал. А с вами были, как всегда, ваши Кагирис Твинс. Муа! Пока!